Здравствуйте! Вы смотрите НТВ «Утром», и сегодня гостем нашей студии будет уникальный, потрясающий актер Юрий Чурсин. Юрий Чурсин – актер. Родился в Москве в 1980 году. В 2001 году окончил театральное училище имени Щукина и был принят в труппу театра имени Вахтангова. С 2005 года играет на сцене МХАТа имени Чехова. На счету актера более 30 ролей в кино и сериалах. Юрий, приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Рад видеть вас в гостях. Ну, сразу от слов к делу. Чем сейчас работаешь? Где ты снимаешься? Какой-то проект? Нигде не снимаюсь. Заканчиваются две картины. Сериалы почти такие полупилотные серии. Все только, в общем, пробы пера. Временный театр остается? Остается. Что конкретно сейчас играешь? Играю репертуар прежний, без новинок. Играю любимейшие произведения. Спектакль «Примадонна», «Лес», «Старший сын» и «Пиквикский клуб». И несмотря на то, что у тебя действительно по актерским меркам очень юный возраст, у тебя очень много киноработ уже. Как вот по твоим ощущениям, кого легче играть? Злого или доброго персонажа? Всегда сложно играть однозначного героя. Mm-hmm. Это самое сложное. Всегда без противовеса очень трудно. Ну вот для меня лично, опять, может быть, из-за того, что такая как бы у меня фактура и такое какое-то ощущение от профессии, всегда сложно играть однозначность. Однозначно плохого или однозначно хорошего. А теперь, если мы перенесемся уже непосредственно в реальность, в жизни, ты хороший или плохой? Отрицательный персонаж, либо положительный, может быть, даже для того, чтобы нравиться девушкам, почему нет? Ой, не знаю, я вот работаю над тем, чтобы не быть никаким персонажем. То есть вообще как бы раствориться. Ты поймальчик или хулиган? Не знаю, нет, стремление быть просто человеком, скорее так. Отлично. Как проводит время, свободное время, если случаются такие периоды, Юрий Чурсин? И хотелось бы узнать, с кем-либо из коллег по цеху дружите вне сцены? Со многими. Например? Ну, всех не перечислить. Ну, я понимаю. Все дело... Ну, хорошо, когда вы собираетесь, чем вы занимаетесь? Получается, да. Такая вещь. Занимаемся обсуждением жизни и просто совместным приятным времяпрепровождением. Ну, это квартирник, это дача, шашлыки, что это? Всегда в разных условиях. Это такого прям, не то что 31 декабря, мы как-то вместе собираемся. Понимаете, после съемок возникает между людьми такое ощущение вот этого пережитого промежутка времени и особенно между артистами пережитых обстоятельств, потому что обстоятельства иногда бывают весьма неординарные. Да. И реакция, конечно, интуитивная, внутренняя какая-то, подсознательная, что это именно тот человек, который как бы в этих условиях и с тобой был, и был свидетелем как бы твоего вот этого мира проживания. В этом всегда есть юмор. Всегда, когда артисты встречаются, они немного подмигивают друг другу, как бы мы-то понимаем, о чем идет речь. Угу. Программа у нас коротенькая. В конце хотелось бы узнать, с чего начинается утро Юрия Чурсина. Утро Юрия Чурсина всегда... Спорт, музыка, что это? Музыка, йога. Йога? Вот это интересно. Ну, ничего интересного. Какая-то вот самая простая поза, ну, чтобы без узлов каких-то? Самая простая поза – это закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании на кончике носа и вдохнуть воздух. Что это дает? Это дает ощущение, что бы ни случилось и что бы вообще ни произошло, всегда есть воздух, которым можно дышать. И есть ты, который может это производить. И это дает лично мне чрезвычайную успокоенность и самосознание. Красиво сейчас сказали. Пожелайте нашим телезрителям, чтобы они провели этот день на полном позитиве. Что-то хорошее для настроения. Я желаю вам провести это утро и весь этот день в прекраснейшем расположении духа. И знайте, что солнце всегда светит, даже когда его не видно за тучами, оно все равно есть и всегда радует нас своими лучами. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Я желаю тебе, чтобы ты радовал нас ролями, потому что каждый твой герой, как правило, это какой-то неизгладимый определенный такой шаг для многих телезрителей делает, потому что они все у тебя неординарные, все яркие, и радуй, радуй, и еще раз радуй. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа закончилась. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был актер Юрий Чурсин. Я желаю вам позитивного дня, удачи, увидимся очень скоро.